Доброго времени суток всем, с вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре речь пойдет про новый инвестиционный проект, который работает всего лишь один день. Называется он Autumn Fever Top. Зарабатывайте до 40% ко вкладу за 24 часа. Вклады от 10 до 10 тысяч рублей. Здесь есть три инвестиционных плана: 120% через 3 дня, 130% через 2 дня и 140% через 1 день. Все зависит от того, сколько денег вы вкладываете. Выплаты здесь происходят автоматически. Начисление процентов каждые 24 часа по 40%, здесь по 65%, здесь через 24 часа уже получите всю сумму обещанную. Принимают только Payeer. Пополнить свой кошелек можно только с помощью этой платежной системы. Компания якобы занимается трейдингом в правилах. Есть, как всегда, такие моменты, о которых нужно знать, когда вы вкладываете что-либо куда-либо. Это об ответственности администрации. И в основном администрация все время снимает с себя эту ответственность и говорит вам, что ни за что не отвечает. Не несет она ответственности за возможный ущерб, нанесенный вам в результате использования данной системы, а также не гарантирует возврата вложенных денег. Все вы делаете на свой страх и риск. Если что вдруг случится, писать особо будет некому. По имейлу вряд ли вам кто-то ответит. Группа ВКонтакте, как всегда, здесь просто феноменальная. Несколько постов без каких-либо контактов. На данный контакт опять-таки писать на почту. И ожидать ответа вряд ли стоит, учитывая, что администрация полностью снимает с себя всю ответственность. Давайте я сейчас зарегистрируюсь и проверю, платит или не платит данный проект. Теперь авторизируюсь, пополню баланс на 100 рублей. Нам сразу говорят, что мы должны инвестировать ровно столько, сколько можем позволить себе потерять. Поэтому больше 100 рублей я вкладывать не буду. Я пополнила новый депозит. Сумма 100 рублей. Сроком на 3 дня, прибыль 120%. Депозит входит в ежедневные выплаты. Открою депозит. Депозит открыт, перехожу к списку, и как мы видим, все открылось, и теперь необходимо подождать 3 дня. По 40% мне должны поступать каждые 24 часа. Приостановлю видео, потом посмотрим, придут ли мне деньги на кошелек. Сегодня я должна была получить 120% прибыли на сайте autumnforever.top, но вот такое вот сообщение. Как мы видим, сайт отключен, деньги на балансе закончились, сайт не может продолжать свою работу. Поэтому, даже не проработав 4 дней, сайт закрылся, как это очень часто бывает с подобными сайтами. Свои деньги мне уже не вернуть, и поэтому однозначно можно сделать вывод, что в подобные проекты лучше не вкладывать, это очень рискованно, и такое может случиться абсолютно с каждым сайтом в любой момент. На связи с вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч!